Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Елена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня игра Crypto Farmers. Зашла я в нее вчера. То, как она выглядит, можно полистать, перевести на русский, почитать. Здесь кликнуть вопросы-ответы, можно также ознакомиться. Регистрация здесь наипростейшая. Кликаем «Зарегистрироваться». Прописываем логин, email, два раза пароль. И разгадываем капчу. Такая вот капча. Видим, вот надо выбрать корову. Кликаете на корову. После того, как все заполнено. Далее регистр. Я зарегистрировалась. Вход по почте. Да чтоб тебя. Сейчас я поставлю английский и пропишу почту. По почте и паролю вход. Вот видим молоко. Я выбираю молоко, кликаю логин и попадаю в кабинет. Сохранить. Значит, мы здесь будем что делать? Нужно после регистрации, я ничего как бы еще не вкладывала, работу абсолютно здесь пока без вложений. После регистрации здесь вот переведете на русский, значит, и читаем. Добро пожаловать в нашу панель управления. Здесь вы найдете обзор нашей статистики, все такое. Значит, сначала мы покупаем корову. Одну корову нам дают без вложений. Кликаем сюда «корова». Она нам производит молоко. У меня уже второй уровень. Это я все делала без вложений. Был у меня по нулям. Я вот здесь кликнула, купила корову. Она мне давала на первом уровне 60 молока в час. Я обновила вот здесь как бы это все. И улучшила, кликнула. Все это методом тыка. Обновила. Вот. Как бы у меня стал второй уровень. Так. И что? У меня сейчас 120 молока в час. Заходить собирать это молоко один раз в час. У меня вот до следующего сбора 26 минут. У меня на данный момент второй уровень. Баланс моих монет 50. Используйте свои монеты, чтобы повышать уровень. Абсолютно без вложений, когда у меня будет 200 монет, я можно кликнуть здесь и обновить до третьего уровня. 200 монет надо. Далее что? Мы собираем. Я вот собираю вот это молоко, собрала. Далее что? Я иду. Корова вот за это молоко производит. Корова дает молоко. Молоко производит сыр. Кликаем сюда. Сыр. Мне пока нечего собирать, так как я уже все собрала. Вот. Сырный баланс у меня 4. И доступен миксер у меня пока на 60 молока. И чтобы сделать один сыр, нужно обновлять. Купить миксер за 300 монет. Если на балансе есть, но собирано 300 монет, то можно, естественно, купить. Я уже сказала, абсолютно без вложений. Это все как бы за 300 монет миксер. У меня здесь сейчас пока нет ничего, так как я улучшила, как бы видим, да. И нужно ждать пока вот этих 20 минут, корова даст молока. Здесь мы будем собирать сыр. Как бы это все. После чего мы собрали сыра. Вот у меня 4 сыра.
нужно его продать. И вот здесь уже вот эти монеты, что баланс сыра, USDT у меня по нулям. Вот. Я уже его, видите, здесь мне не кликабельно ничего, потому что здесь уровень вообще 15, у меня второй уровень. Я опускаю в самый-самый низ. И у меня 4 молока, как бы, и общий баланс, вот столько у меня монет USDT. Давайте продадим. Продать. Все. Поздравляем, вы продали. И вот такое количество у меня USDT. Вот оно внизу. Хорошо. Так. И видим, теперь у меня сырный баланс по нулям, а баланс USDT это уже на вывод идет. Такое количество. Пока я ничего не вложила, я хочу закинуть сюда $1. Вот я хочу вывести, так как на Faucet Pay нет минималки на вывод, а на Pair минималка от 3 центов. Значит, продавайте свои сыры мгновенно, используйте деньги или используйте деньги для развития. Значит, после продажи сыра вы можете перейти в раздел «Вывод», чтобы вывести свои деньги. Или в раздел «Монеты», чтобы купить монеты. Вот. Значит, далее что? Домашняя страничка. Корову мы покупаем. Собираем молоко. После молока мы собираем этот сыр. После как сыр собрали, мы продаем этот сыр. Уже монеты на вывод. Далее, здесь вкладочка «Купить монеты», о «Вывод», вкладочка «Рефералы», находится наша реферальная ссылочка для тех, кто захочет приглашать. Так, это поддержка и настройки, или вот здесь колесико мы нажимаем. Во-первых, нужно подтвердить, вот сюда на колесико вы нажмете, и у вас будет нужно подтвердить адрес электронной почты. Вам на почту придет письмо. Вот такое вот. Кликаем на ссылочку. Подтверждаем почту. Так. Значит, здесь далее идет изменить пароль и настройки методы вывода. Можно сюда. Faucet.pay, электронная почта. Угу. А здесь Pair. Pair. И почту я сейчас пропишу. Сейчас я пропишу. И после продолжу. Я прописала реквизиты. Здесь сохранить аккаунты. Сохранить. Аккаунты успешно сохранены. Все окей. Также вот здесь настройки кликаю. Здесь так все подтвержденные. Почта. Значит, Pair сохранила. И Faucet Pay. Если вам нужно, будьте предельно внимательны. Так как, если вам нужно будет сменить, это нужно обращаться в поддержку. Потому что тут уже все. Так, ну что? У меня там есть копейки. Да? Идем. Вывод средств. И обратите, вот у меня, видите сумму, да? Она уже стоит по умолчанию. И вот здесь... Мелко-мелко написан. Максимум $25 я могу изменить, вывести. А минимум 0.03 цента. Я даже брала увеличительное стекло, чтобы посмотреть минималку. А здесь вообще по нулям. Значит, минималки на вывод нет. Я так поняла. Значит, кликаю на Faucet Pay. Все.
Вуаля. Вот инстантом. Даже переведем на русский. Значит, я ничего не депонировала, как бы пишу все, как бы, ребятки, в режиме онлайн. И, значит, без вложений, абсолютно без вложений здесь можно зарабатывать. Я иду на Faucet Pay, и я перезагружаю страничку, и будем смотреть вывод. Криптофермер от моей монеты и 13 сентября. Все шикарно. Платит инстантом абсолютно без вложений. Значит, настройки я вам показала. Это поддержка, если надо. Рефералы я вам показала. Вывод я вам также вот сейчас все показала. Так, теперь купить монеты. Если мы хотим увеличить там что-то, да? Значит, здесь мы можем купить монеты. Вот. Значит, 10 монет стоит 1 цент. Это вот он есть, мой баланс, как бы, да? Вот нам даются, наверное, как бы. Потому что здесь только от 100 монет, от 10 центов. Можно купить с Pyra, можно с Faucet Pay. Покупать. Это 100 монет. 1000 монет, 1 доллар. Я вот хочу рискнуть на 1 доллар. Но вывод, как я уже еще раз напоминаю, абсолютно без вложений можно работать. Значит, я рискну на 1000 пайр этих монет, чтобы подключение к пайр. Сейчас посмотрим. На 1 доллар. Выбираю USD. Цента комиссия. Платить. Подтверждаем. Окей. И меня должно сейчас на игру обратно перекинуть. Угу. Так, и вот у меня стало 1050 коинов. Значит, что я хочу сделать сначала? Я пойду в этот сыр. Я его хочу улучшить. И вот за 300 коинов био миксер кликаем. Все. Я увеличила. Так. И я теперь могу собирать отсюда и отсюда. И опять еще можно. Но я пойду в корову сейчас. Так. Корова, где моя корова? Вот она. Значит, за 200 монет. 300, 200. Я буду так. Следующий за 180, на 180 молока будет не давать. Так. Купить. Все, я купила. Видимо, у меня третий уровень. Это все можно делать абсолютно без вложений. Следующий за 350. Сколько у меня там монет осталось? Сходить на домашнюю страничку, посмотрите. 550 монет. Вот. Я, наверное, куплю еще. Одного за 300 вот этого я куплю. Все. Мне три. Как бы раз, два, три. Сыра. Что у меня там осталось? На балансе. У меня осталось 250 монет.
Ну и все. Дальше можно развивать это все абсолютно без вложений. Так, возвращаюсь к корове своей. Третий уровень у меня пошел. А вот coin баланс 250. Значит, здесь мы кликаем раз в час, собираем это все. Напоминаю, сыры после, как собрали молоко, идем покупать сыры наши. Пока мне нечего покупать, как я уже сказала. И через час как бы я уже буду собирать свои сыры. Три сыра. Как бы. А сыр собираем один раз в минуту. Вот сюда на зелененьку будем кликать. Как бы и собирать. Вот такая вот игра. Платит абсолютно без вложений. Здесь также какая-то информация. Вот, ну, в принципе, и все. Я думаю, без вложений можно работать, собирать, как бы это все покупать. Вот, кому интересно, заходите, собирайте. Неинтересно, друзья, пройдите мимо. Главное то, что можно работать здесь абсолютно без вложений. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.